Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гия. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Ролеплей, Центральный округ. Мунитесь Кирилл Путболов, и не забывайте вводить мани регистрации, и сегодня у нас будет очередная серичка. В этой серии я хочу посмотреть квесты, какие я еще не выполнил, и также поехать пробовать продать тыквы, поучаствовать еще в дерби, покопить очки, и попробовать потратить куда-то свой донат, либо перевести валюту, либо еще что-то с ним сделать. Ну что ж, не будем тянуть, погнали! Итак, вроде бы как я у этого чувака брал квест, если не ошибаюсь, да, видите, в процессе. Я не знаю, что здесь нужно сделать, вроде бы как нужно поехать куда-нибудь и что-то взять у кого-то там. Давайте пропишем команду, вот эту квест, Франкенштейн, вот это нам нужно, в принципе. А, вот написано. Короче, нам нужно поехать в лабораторию, найти Франкенштейна и ответить правильно все вопросы. За это мы получим 35 тыкв, 10 айзекоинсов и 5000 рублей. Так, давайте нажимаем найти и все. Пункт у нас появился и направляемся именно туда. Так, вот я приехал к этому Франкенштейну, в принципе, и давайте начнем поговорить. В какой стране началась история Хэллоуина? Ну, наверное, скорее всего, в США. Вы неправильно ответили. Блин, а где Великобритания? Китая? Ладно. Так, как зовут мою супругу? Катерина Маяковна, Мэри Хелли, Валера... Наверное, Мэри Хелли, да? Так, живых людей, людей. Наверное, просто людей. Блять, наконец-то просто, пацаны, просто наконец-то. Я наконец-то выполнил. Я, честно, этого не знал, поэтому, ну, ага, у меня где-то сразу пятого получилось, поэтому... Сейчас мы не будем ехать забирать приз, заберем его чуть позже. Так, я выставил зыку на продажу по 5000. Я думаю, это будет довольно-таки неплохо, поэтому давайте подождем, возможно, кто-то у нас что-то купит. Так, все, 4500 добавил, 62 штуки. Так, и чувак у меня их забрал, да, походу, или нет? Он все забрал или нет? Давайте посмотрим. Пацаны, просто изи деньги, чувак, он все выкупил. На 225 тысяч купил. Так, удалить, все, у нас товара вообще нету. Все, пацаны, продали, теперь мы при бабках. Ну, блин, просто надо было их продать, потому что, ну, сколько они у меня же будут лежать. Но так я их продал, тем более Хэллоуин еще будет, наверное, один день. День или два, поэтому смысла их держать нету. Я их с радостью продал и заработал деньги. Так, вот я приехал на дерби, давайте посмотрим. О, количество участников маленькое, поэтому может будет больше шансов выиграть. Пацаны, смотрите, флаг забагался, видите, где он находится? Он вон в воздухе стоит. Он просто в воздухе застрял, видите, он крутится вон. Лол, а как его забрать вообще? Мне интересно, как я его реально забрать? Это ж нереально, да, его забрать? Я так понял. Ну такое. Видите, он реально забагался просто. Вот он, видите, крутится в небе. Он должен быть где-то на чекпоинте быть, а его никто как бы забрать не может вообще. Так, давайте заедем. О, чувак его забрал или нет? Или он заспавнился? О, так, у меня 30 это дало. Так, съебались сюда. Дядь, съебались нахер отсюда. Так, дайте я его заберу как-то. Как его забрать? Его нереально теперь забрать. Просто забагалось, видите? Просто теперь нереально его забрать. Лол. Сейчас бы флаг багался. Первый раз такой вижу. Ух ты, блядь. Ух ты, ебать. Вот это было жестко, кстати. Антипереворот. Так, действие функции антипереворота же закончилось. Ну ладно, что бывает. Короче, я так понял, что он забагался навсегда. Поэтому, наверное, будет придется им рестарт сервера делать, либо еще что-то. Потому что, ну, нереально его взять, потому что. Что он даже не на метке стоит, по идее он даже не возьмется. Поэтому мы сейчас направляемся, наверное, сдавать квест, а там уже будем что-то решать с кредитами. Так, вот я уже доехал, в принципе. Да, я знаю, что можно было купить там тыкву на голову, но она у меня уже есть. Можно было купить там минус 30% при покупке дома и еще что-то там. Давайте, кстати, посмотрим. Вот что можно было купить, типа, ну, все равно я бы не насобирал столько тыкв, потому что это реально много. Дома на крупных, на курьих ножках. По-любому я бы не смог его купить, потому что их все вроде бы как выкупили. Все, давайте зададим ему квест, в принципе. Так, ваше задание. Можно завершить. Все, я получил свою награду. Давайте посмотрим следующее задание. 30 друзей Оушена. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, здесь, в принципе, надо раздавать типа листовки вот эти. Ну, не знаю, стоит ли этим это делать. Я думаю, ладно, возьмем этот квест. Но в этой серии его выполнять не буду. Я выполню его вне серии просто. И все. Все, я принял. И все, давайте, пошлите. Машина там осталась. Давайте посмотрим, на что мы сможем потратить наши кредиты. Пишем донаты и смотрим. У нас 102 кредита. Давайте открываем и смотрим, что мы... Голд рулетку можно накупить. Купить VIP-статус первого уровня можно, в принципе, да. А нет, нельзя, нахера, у меня же есть випка. Так, снять варн, навыки стрельбы. Кстати, блин, мне не мешало бы их купить, но у меня на них нету кредитов. Так, выйти из ЧС, законопослушность, менопола, убрать наркозависимость. Навык фермера, максимальный навык фермера можно купить за 80 монет, пацаны. Максимальный навык фермера, навык развозчика. Блин, вот это уже интересно, максимальный навык фермера. Блин, мне было бы интересно со мной на ферме поработать, типа там все дела. Убрать гидравлику, убрать нитро, следующая страница. Так, все лицензии.
если... Не, ну здесь больше ничего, в принципе, интересного нету. Я думаю, давайте купим навык фермера, в принципе, за 80 кредитов. Я думаю, это не так уж и много. Так, на данный момент вы 8000 очков. Хорошей работы. Охрененно. Блин, я не знал, что даже можно навык фермера купить. В принципе, но это мы уже посмотрим, пацаны, в следующей серии. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, там, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ждите новых серий и всем пока-пока.